Проверить свои силы приехало 160 спортсменов из самых разных регионов и муниципальных образований России. В турнире соревнуются спортсмены из Владикавказа, Волгограда, Кемерово, Краснодара, Ростова-на-Дону, Керчи, Одинцова, Уфы и других. Турнир продлится до 20 июля. Участвуют возрастные группы от 9 лет 10 и старше. Играются три сетки у девочек и взрослые также, и три сетки возрастные у мальчиков. Мальчики, юноши и по взрослым. Завтра проводятся у нас полуфинальные игры, поэтому приглашаем всех желающих прийти в парк Ривьера и посмотреть, поболеть за наших спортсменов.